Привет, с вами Вилсаком. Оказывается, в День Земли Apple выпустил не только замечательный ролик об экологии, который можете посмотреть у меня на канале, но и обновление iOS до версии 7.1.1. Информация об обновлении едина для всех устройств, поэтому когда вы на своем iPad Air увидите, что у вас улучшена работа Touch ID, не удивляйтесь. iOS 7.1.1 может быть установлено на устройства, начиная с iPhone 4, iPad 2 и iPod Touch 5 поколения. Как вы видели, список улучшений и исправлений достаточно куцый, но на то оно и минорное обновление, Apple никто не мешает через 2 недели выкатить iOS 7.1.2. А пока компания продолжает колдовать над Touch ID, над скоростью работы, над точностью распознавания, честно говоря, у меня с ним никогда не было проблем, но давайте посмотрим, насколько классно он работает после перезагрузки на iOS 7.1.1. Что и требовалось доказать, честно говоря, своими глазами я ни разу не видел плохо работающий Touch ID, хотя нытиков в интернете встречаю регулярно. Маленькое, но очень полезное обновление App Store, теперь в строке, где указывается цена или то, что приложение бесплатно, появилась строчка, говорящая нам о том, есть ли там встроенные покупки или нет. Теперь сделать вывод о том, что не стоит даже читать описание приложения, не то что его качать будет намного проще. Ну и клавиатура избавилась от багов звука, и переключение с русского на английский происходит быстрее, но нас с вами в большей степени интересует, что же там с батарейкой. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно какое-то время попользоваться устройствами, и как только станет понятно, что там изменилось, я, конечно же, вам расскажу, а вы пишите свои впечатления прямо здесь в комментариях. Что же касается скорости работы на iPhone 4, как вы опять же указываете, ничего особо не изменилось. С вами был Вилсаком, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.